Вблизи и внутри областного центра молодежного творчества все признаки аншлага. Бурная оживленность означает громкий день открытых дверей. Записаться в объединение по интересам различные кружки, ансамбли, клубы и студии решили сотни ребят. Немало на празднике тех, кто уже давно связал свою жизнь с этим местом. 7 лет я выбрала именно эту студию, потому что ЦМТ, Центр молодежного творчества, это не просто место, там, где мы занимаемся, это место, где у нас есть свой коллектив, мы все дружились, мы всегда поможем друг другу в какой-то трудный момент, мы живем музыкой, и мы ни капли не жалеем то, что мы выбрали именно эту. Мне очень нравится петь, там очень хорошо учат, занимаются, уделяют много внимания, времени, потому что много выступлений, красивые костюмы и хорошо учат. Сегодня педагоги ЦМТ обучают и воспитывают свыше 4000 детей. В центре более 300 объединений по интересам. Это одно из крупнейших учреждений дополнительного образования области. Учебных программ настолько много, что заведение превзойдет любой престижный университет. Здесь делают все возможное, чтобы, покинув стены, у ребенка были все шансы успешно реализовать себя в обществе. Есть чем гордиться. Поэтому, уважаемые родители, дорогие ребята, приходите. Мы ведем запись не только в сегодняшний день. Ежедневно у нас можно приходить, записываться по всем направлениям, всем желающим. У нас все бесплатно. Это бюджетная организация. И есть, конечно, внебюджетные, особенно это подготовительные группы, в танцевальные коллективы, которые очень востребованы. Отбор, вот там идет у нас внебюджетная сфера. Очень хорошо у нас развита сейчас, не первый год, внебюджетная сфера, подготовка к тестированию. Что важно, цены доступны, а обучение не уступает по качеству занятиям у частных педагогов-репетиторов. Группы подготовки к тестированию работают на базе центра 8 лет и за это время доказали свою пользу и эффективность. Кроме этого, руководство идет в ногу со временем, внедряя новые образовательные принципы обучения и программы. Хотим создать лабораторию на базе центра именно по робототехнике. Приглашаю туда ребят уже с 10 лет, с 8 лет есть мальчишки и девчонки. Есть авиамодельный, судомодель, наши традиционные, но которые уже стоят на более высоком уровне. Квадрокоптеры, летательные аппараты. Пытаемся это внедрить. Да, это стоит недешево. Ну, развивать это надо. Приходите в ЦМТ, здесь уверяют, интересно будет каждому, и маленькому, и взрослому.